Юные каннские футболисты вернулись из Лондона. Команда «Гагаринец-2» из каннского детского дома ездила в гости к футбольному клубу «Арсенал». Они познакомились с главным тренером, посетили домашнюю игру команды. Отдельным пунктом программы ребят стали тренировки под руководством тренеров детской академии «Арсенал», после чего состоялся товарищеский матч против сверстников из Англии. Напомню, возможность поехать в Лондон воспитанникам из детского дома выпала после того, как они выиграли юбилейные 10-е всероссийские соревнования по футболу среди детских домов и школ-интернатов под названием «Будущее зависит от тебя». Мы видели все знаменитые места. Это Лондонский мост и будки красные с телефоном. Тренера там были веселые, позитивные, хорошо тренировали. Им все понравилось. С футболистами фотались. Автограф оставили нам. Мячики купили нам потом. Футболки подарили, подписанные там, потом игру сотрели, на самых последних рядах, это наверху сидели.